חזק וברוך רבותיי, הלכות כיפור, אם קרא לחברו ממזר, בן ממזר, если человек назвал своего друга ממזר, то есть рожденный, вообще закон ממזר, это не дай бог от другого отца во время, когда родители, да, который написано, человек должен попросить у своего друга прощения и тоже должен попросить у его папы и мамы прощения. That's unbelievable. То есть нельзя говорить, вот твоя мама такая-то, и потом нужно еще и у мамы тоже просить прощения. И Миша хатак лапеха веро. Если человек, он друга своего обидел, должен его, конечно же, сам пойти попросить прощения. Нельзя. Все равно нужно попросить прощения, потому что Йом-Кипур – это большой. И написано, если человек прощает, то Всевышний его простит. Потому что Йом-Кипур, Всевышний нас делает так, как мы делаем со своим другом. Ховак и душа. Святая обязанность. Слушайте внимательно. Аль-кол адам левакеш михила бээрев Йом-Кипурим меавив имо. Святая обязанность попросить прощения у папы и у мамы. Аль-кол шехатау фагабих водам. Когда не давали достаточно уважения для родителей. Да? То есть, не дай Бог, это сделать нужно обязательно у родителей попросить прощения, у папы и у мамы. У Микол Маком, если сын не просил прощения или дочка не попросила прощения, то родитель должен в своем сердце все равно своего ребенка простить. Даже не смогли, не успели или не знали закон. Нужно все равно Эрев Йом Кипур сказать, я прощаю всем своим детям. Естественно, написано, муж и жена должны попросить друг у друга прощения, Бидрад Ашем, Худохагад. Дай Бог, чтобы, как говорится, мы Всевышний дал нам силы. Всевышний дал нам силы, Бидрад Ашем, и чтобы могли, Бидрад Ашем, быть выше наших обид и прощать друзьям. Баруха Дунай, Лорам.